Я готов. Вот так. Стекло. Спасибо. Ну, гуляй, дед. Только далеко не убегай. Я на тренировку, потом в институт, приду погуляем. Вызови неотложку. Теперь все прекрасно. Конечно, нужно наблюдать. Все-таки возраст. И главное, пост ночью. Ну, что-нибудь придумаем. Ну, и отлично. Видел? Мы еще спляшем. Я хоть сейчас. Ну да, ты уж сплясал. Возьми тайм-аут. Доктор, а если он один на полчасика? Мне вот так вот надо. Нет, нет, ему оставаться одному нельзя. До свидания. Мы здесь сироты, Ольга Ивановна. Будь мы японским варьете или цирком лилипутов, на нас, конечно, зритель пошел бы, но мы областной театр. Да, вы меня растрогали. Прелесть. Ну, простите. Да? Нет, я не могу выйти, у меня люди. Нет, потом планерка. Ну, милый, я уж не знаю, что тебе делать. Пусть папа решает. Да? Ну, ну все. Господи, ни минуты покоя. Вот привезли старика и старшка. Ему 80. А кто за ним будет ухаживать? Я пишу по ночам. Муж у меня хирург. А сын 10 минут не может уделить дом. Я и забыла, о чем-то мы с вами.
А о том, что мы хоть с периферии, но честолюбие у нас столичное. Нам бы немножко прессы, Ольга Ивановна, для поддержки. А? И все говорят, только Веденеева. Только. Самое заметное перо в городе. Да, видите, чем Веденеева занята? Ну, а вам говорили, что Веденеева может быть беспощадна, как критик. Но беспощадность тоже бывает разная. Одна уничтожающая, а другая оставляющая, так сказать, надежды. Ну, хорошо. Но только учтите, что теперь после ваших цветов я буду особенно придирчива. К нам как к Амхату. Ну, всего доброго. Не смею вас задерживать. Спасибо. А за дедушку не расстраивайтесь. Обойдется. Алло. Я не могу сейчас профессорский обход. А, ну, подождите, пожалуйста, я сейчас попробую, да? Подождите. К телефону. Ваш сын. Дома что-то. Сейчас подойду. Скажите, профессор, что вы решили? Чем так, лучше уж режьте. Да, Александр Михайлович, за. Зачем же резать? Операция это, дорогой мой, дело серьезнейшее. Операция это, когда других путей нет. Вы согласны? Да. Ну что, ты не понимаешь, что такое обход? Неотложку вызвал? Ну хорошо, молодец. Что значит мой? Что значит мой отец? Он еще и твой дед. Ну я понимаю, но ты же его не бросишь. Ну так обойдутся без загребного. Ты когда заканчиваешь? Я уже закончила. Я Светлову подменяю на время обхода. У меня к тебе просьба. Ты не можешь подежурить моего отца. Приступ был. Значит, мне сегодня не спать, а завтра снова операционный день. Хорошо, Антон Андреевич. Спасибо, милая. Спасибо. Но учти, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Тебе вроде на тренировку. Да лежи. Шел бы уж. Мне лучше. Лежи, 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 лежи. Ну тогда я на минутку. Ну на 15. Скажу только, чтобы меня не ждали. Дверь не закрывают, должна прийти сестричка. Продержишься? Продержусь. Завод в порядке? Тикает. Смотри, чтобы все было тик-так. Не то в утиль сдам. Беги, утильщик. Ты что? Я бы сейчас уехала. Полный завал. У деда приступ, а дома никого. А мне сейчас на воду. Попроси ребят создать ситуацию. Ну, минут на 40, ладно? А вечером договорим, хорошо? Отменяется по техническим причинам. Что такое? А я другому отдана и буду век ему верна. Перенесли командировку. Пока. Кошмарный день. Меня крайне волнует этот тяжелый больной. Операции технически очень сложные. Это единственный шанс. Надо рисковать. Мы обязаны
знать процент возможного успеха. Процент, заявляю, ничтожный. Значит, будем ждать конца. Максимализм притягателен, Саша. Но поверь, старик, риск бессмысленен. Ваше мнение, Антон Андреевич? Простите, даже сосредоточиться не могу. У отца приступ. Позвонить надо. Разрешите уйти? Идите. И все же, я как лечащий врач считаю, нужно рисковать. Как-то получается, что последнее время у нас в клинике все больше такой вот сдержанности. Получается, что мы все знаем наперед. Уходим от неудачи, а фактически от ответственности. Так. Да, Артур Янович. Мы не только не боремся с болезнью, мы ее сопровождаем, как похоронный оркестр. Наша музыка рождает слезы, но отношения к пострадавшему она не имеет. Ситуация, как говорится, известная. Состарившийся профессор, консерватор и молодой ученик, новатор. Но одно забывается постоянно. У старика есть опыт, и он может повторить вслед за героем: все было, было. И все же будем лечить консервативно. Сестричка! Да. Ну, наконец-то! Проходите, пожалуйста. Так. Там дед, здесь холодильник и полная свобода действий. Часовщик? Хобби учителя литературы. Собрано за 65 лет сознательной жизни. 14 несознательных дед бил баклуши. Дед, гляди, какая к тебе девушка. И дали реакцию. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вера. Верочка. Ого, дед вас уже клеит. А вас Андрей Афанасьевич. Будем знакомы. Андрей Афанасьевич, вас сейчас что-нибудь беспокоит? Очень. Мой внук. Ты что куришь? Брось. Брось, не прячь, брось. Неделю назад отрезали, уже смолит. До свидания. Да, Лёва. Счастливо держитесь. Привет, семья. Пока. Ты домой? Да. Садись, подвезу. Спасибо. Со стариком ты крепко схватился. Врезал. Он сам все время учил. Интеллигентный человек обязан говорить правду. Научил на свою голову. Теперь переживаешь? Больного все равно нужно оперировать. Возможно. Только ты ничего не добился. И не надо было так резко при аспирантах. Почему? Считаешь, что старик мне этого не забудет? Ну, не преувеличивай. Да. Машина. Конечно, благодать. Мне бы докторскую поскорее защитить. Может, обзаведусь? Ну, не переживай. Все нормально будет. Надеюсь. А. Юрка мне все пристает, купи машину. Совсем извел. А на что купишь? Шеф он диссертацию полгода маринует. Прочесть ему некогда.
Спасибо. Будь здоров. Пока. Господи. Воистину нет худа без добра. Вы о чем? Как же, есть с кем поговорить? Ночью-то не спится. Смотрю на часы, разговариваю с ними, словно дневник перелистываю. Да, и грустное вспоминаю, и смешное. Вот, подарок за личное хулиганство. Да, ваш покорный слуга избил человека до полусмерти. Не может быть. Что было, то было. В 19-м спецкомиссия направила меня в детколонию. Ой, голод, беспризорники. Белая простыня была для них, это невероятно. На пол ложились, не могли на чистое. И вот у этих оголодавших детей наш хозяйственник крал пайки. Я так его бил, Верочка! А часы? А, часы. Их мне подарили после суда над этим жуликом. Начальник колонии подарил. И знаете, что он сказал при этом? Я б ему сам с удовольствием мазал, только мне должность не позволяет. Деликатнейший был человек. О, уже как поздно. Спать. Спать. Ночь у стариков длинная. Но меркнет день, настала ночь. Пришла из мира рокового ткань благодатную покрова, сорвав, отбрасывает прочь. И бездна нам обнажена своими страхами и мглами. И нет преград между ней и нами. Вот отчего нам ночь страшна. Тютчев. Тютчев? Тютчева знаете? А ведь в школе не проходили. Не проходили. А у нас учитель литературы Иван Кирилович. Он нам много стихов читал, а я вспоминала. А вы где учились? Я из Каменска. Вы, наверное, не слышали. А мой Юрка в таком городе живет и ничего не знает. Как-то передавали по радио романс «Я встретил вас, и все былое». Спрашиваю, чьи слова? Евтушенко отвечает. Тоже тетя. Пять. А вот это? Сияла ночь, луной был полон сад. Лежали лучи у ваших ног. В гостиной без огней рояль был весь раскрыт. И струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнью твоей. Ой, да Иван Кириллович! Спать. Тихо, тихо. Сойди сюда. В чем дело? Пообщаемся. Только не надо усложнять. Слушайте, я вчера дежурила в клинике, а сегодня у вас. Я очень устала, у меня нет сил даже разозлиться. Я тоже прошел 20 километров и не жалуюсь. Это что? Нагрузочка за обещанную десятку? Что с вами, Андрей Афанасьевич? Простите за внука.
Ну что ж, неплохо. Совсем неплохо. Спасибо, Верочка. Он у вас дисциплинированный, слушается. Да. Я сама. Нет-нет, так не полагается. Вот. Спасибо. Мы вам очень благодарны, Верочка. До свидания. Вера, человек. На полторы ставки работает. И ребенка одна поднимает. Все понял. Чтобы стать человеком, завожу ребенка и вкалываю на полторы ставки. У нас уже есть ребенок. Давай. Подожди. Вот так. Вы уже встали, граф? Кушать подано. Не слышу шутки. Дед. А, дед? Скажи, Юра, если бы у меня сидела другая девушка, ты бы и с ней так же? Да брось ты тоже мне. Как будто ты никогда не был молодым. Был. Но пошляком нет. Никогда. Если ты хочешь быть интеллигентным человеком, думай, как твои поступки воспринимают другие. Иди подумай. Ну где гарантия, что мы каждый раз сможем найти сестру? Мы все так заняты. Надо что-то делать, что-то решать. А что тут можно решать? Старики в доме вечная проблема. Я понимаю, что тебе трудно. Но это же мой отец. Ну ладно. Три. Раз. Нет. Вещи. Вещи. Обгони. Три. Восемь. Давай, вода. Вырубим деньги. Десять. Десять. Молодцы. Все хорошо. Я уж не надеялся, знамя вело почти всю гонку. Но спорт вы дали блестяще. На корпус это отлично. Еще бы. С таким загребным. Рабы на галерах, а не добровольное спортивное общество. С тобой только так. С другими ты поласковей. Видела, видела. Поздравляю. Кстати, Антон Андреевич, вчера вы ушли в самый острый момент. Мы так и не услышали мнение заведующего отделением. Я тоже считаю, что операция преждевременна. Жаль. Это мнение могло быть решающим. Мне не пришлось бы применять власть. Ваш друг Сазонов слишком горяч. Мой коллега. А я думал. Нет, мы никогда не были с ним дружны. Хотя не скрою, как врач, он мне нравится. Вчера он, конечно, слишком. Мне было неприятно. Я сказал ему об этом. А мне было больно. Больно. Мой ученик, можно сказать, любимчик. Потом я пытался понять, успокоиться. Куда там не спал ночь? Тут перешипнешь. Привет, хозяин. Сибаку. Что? А мама где? Кашу варит.
Нужное дело. Давай знакомиться. Для начала меня зовут Юра, а тебя? Павлик. У вас есть машина? Увы, нет. А у моего папы есть. Зато когда у меня будет, у твоего папы уже заржавеет. А вот и нет. У моего папы ничего не заржавеет. Здравствуйте. Картина называется «Не ждали». Ну, раз пришли, заходите. Садитесь, вижу. А вы манную кашу будете? С удовольствием. Мне кашу давно не варили. Самое вкусное – это стенки. Я тоже хочу стенки. Паша, не обезьянничай. Поделимся. На. А здесь гости. Вот, Костик, иллюстрация к нашему разговору. Недолго маялась старушка. Павлик, иди сюда. Ну-ка. Ты с мамой поедешь? Боюсь, будет тесно. Вот. Здравствуй, бабуля. Иди, мой маленький. Бабушка, куда мы сегодня поедем? У меня послезавтра дежурство, отведите его прямо в садик. Теща. Свекровь. А зачем отдаете ребенка? Отец имеет право. Если не секрет, чего разбежались? Не секрет. Он не смог защитить меня от этой женщины. От матери? Выходит, и от матери надо защищать? Вы меня извините за тот вечер, Вер. Ладно, идите. Может, пойдем погуляем? Вер. Ну, иди. Я сейчас не могу никого видеть. Ой! Боже! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, за что? Я же для вас ничего не сделала. А это позвольте нам знать, дражайшая Ольга Ивановна. А вот это сюрприз. А это что? Нет, нет, подарки не принимаю. Убери. Подарок вы примете. Красиво. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Ну-ка, молодой человек, вскрывайте. А это мы сейчас. Прошу. Ольга Ивановна. Пожалуйста, проходите. Ну что вы. Тащу что-то шероховатое. Извините. Вобла. Да, мать. А за что? За душевную щедрость. Но я ведь и поругаю вас, Евгений Михайлович. Именно поругиваете, уважаемая Ольга Ивановна. Главное, чтобы не ругали, а поругивать сколько угодно. Но здесь есть то, что нас интересует больше всего. Вот, театр на подъеме. На подъеме. Вот я вас спрашиваю, молодой человек, скажите, что лучше, скажем, столичный театр в упадке или наш провинциальный на подъеме? Ловко. Уважаю. Нет, ну подождите, а вот здесь, вот дальше, вот, видите? Здесь уважаемый, дальше острое. Уважаемая Ольга Ивановна, дальше наше управление культуры читать не станет. Зачем? Здесь все сказано, а я им подчеркну главное, непременно. Что это? А, это дедушкины причуды, часы. Иногда он вот так может завести штук 10. Часы? Позвольте полюбопытствовать. Пожалуйста. Извините.
Извините за такую провинциальность. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Батюшки, чего здесь только нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, и глазки бегают. Боже. Часы Вятского Броняковского завода. Деревянные. Каминные. Конец света. Чудо. Чудо, чудо, чудо. О, турецкие, 19 век. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько же лет вы все это собирали? Даже не сосчитать. А сколько же, по-вашему, все это может стоить? Да ничего не стоит. О. Дарили. Находил сам, ремонтировал. Кое-что еще от моего деда. А сколько, по-вашему? Ого! Юра. Да подожди, мам. У наследника деловая хватка? Да просто интересно. Удовлетворим интерес, товарищ наследника? Это стоит, молодой человек, 4000 рублей. И плюс рубль за эти ходики. Да вы шутите, Евгений Михайлович. Шучу, да. Такую цену вам, неопытным людям, даст любой банальный жулик. Лекция стоит вдвое больше, поверьте. Я знаю даже человека, который заплатит вам эти деньги хоть завтра. Нет, не будем об этом. Папе это неприятно. Правда, папа? Его хотели выписывать? Да. Вдруг дал температуру. Потребовал лично вас. Так. Значит, вдруг температура. 37,3. Вас что-нибудь беспокоит? Вот. Взгляните. Вот что наделали-то. Все красное. Как же вы это разглядели, почтеннейший? А вот, в зеркало. А? Тут небольшой инфильтрат. Сестричка ваша подсуропила. Это же витамин А. Видимо, противопоказан. Судя по истории болезни, вы большой любитель других витаминов. Да-да. Обычный лекарственный инфильтрат. Грелочку, пожалуйста, и все пройдет. Так что вы не обижайтесь на нас, почтеннейший. Не заберите зеркало, сестрица, а то он шею вывихнет, мы тоже будем виноваты. Всегда своих защищает. Да еще и шуточки. Ну ничего, ничего, подождите, я вам тоже нашучу. Хорошо. Благодарю вас. Как вы меня нашли? Для администратора это не проблема. Один телефонный звонок в Институт физкультуры. Пожалуйста. Благодарю вас. И кто не знает, где тренируется мастер спорта Веденеев. Прошу. Нет, исключено. Понимаю, почему я не спортсмен. Может, пиво? Тоже исключено. И это? Да. О. А в чем сверхзадача? Победить. А, материально стимулирует. Не в этом суть. Слава, почет. Главное, довести дело до конца. Довести дело до конца, вот это по мне. Кстати, я ведь разговаривал со своим знакомым коллекционером. Знакомым? Угу. Слушайте, Юра, не надо иронизировать. Не надо, это совершенно неуместно. Я, к сожалению, могу коллекционировать разве что театральные афиши. Да. А вот есть один человек, которому мне было бы не бесполезно оказать услугу. Допускаю. И что же? Предлагает 9000 за все. А почему вы ко мне? Коллекция деда? Я ведь ситуацию сразу усек. Ты единственный в доме, который имеет с дедом контакт. Я не ошибся? Вы понимаете, что для деда коллекция последняя радость? А разве не радость видеть внука за рулем собственного автомобиля? Ну, ты же хочешь машину. Только честно. Честно? Хочу. Ну вот и все.
Не пускай случая, старик на исходе. Это твой момент. Так сколько вы сказали? 9? 9. Ну что ж, Жигуль с прицепом. А больше? А зачем тебе столько? А на гараж? Понимаешь, ну разве что 500 он еще подбавит. Он человек средних возможностей. Бедный. Не стоит его обижать. Не надо. Спасибо. Все было очень вкусно. Разрешите соучаствовать. Все, чем богат. А питак я на автобус. За эти часы? Угу. Жигуль с прицепом? Да. Ой. Ну что, Юрка, скажет так скажет. А ты скажи папе, пусть тоже посмеется. Ну так он же тебе говорил, так ты скажи. Ну и скажу. Папа. Пап. Папа, а вы знаете, этот администратор предложил за вашу коллекцию 9000. Да. А потом еще накинул 500. Ну что, может быть, действительно купим машину. Юрка бы возил вас на природу. А то все в городе, да в городе. Какая ты, Ольга. Какая, пап? Холодная. И вообще не называй меня так. Ну, пожалуйста. О, Оля. Папа, ну... Ну зачем ты так? Что тебе сделала Ольга? Она же не о себе думает. Ты знаешь, почему мы тебя Антоном назвали? Мама очень любила Антон Павловича. Ну, самый чуткий, говорила писатель. Но при чем тут Чехов? Ну при чем все это? А при том, что ты маятник. Оля! И движет тобой какая-то недобрая пружина. Нет, это невозможно. Я истрепала себе все нервы. На работе как волк. На него столько сил в ответ, одни оскорбления. Успокойся. Ой, да ну прекратите же вы это. Ну хватит же издеваться над всеми нами. Оставьте мне хотя бы воскресенье. Ой, я хочу покоя. Господи, хочу как все мне это надоело. Папа, прекрати, прекрати это. Оля, шприц, скорее. Папа, осторожно. Осторожно, папа. Вот сюда иди. Приляг. Ну как? Уснул. Ему лучше. Ох, Антон, Антон. Зачем мы его привезли из Торжка? Перестань. Это же мой отец. С кем бы я его там оставил? Не в дом же престарелых. Веденеев? Ну что тебе? Помоги мне, барахлит. Выиграл трикитку и зазнался? А зря. Мой все-таки уехал. Слушай, Юлька, а я ведь тоже мог стать твоим мужем. Поздно надумал. Да я не о том. Ты не пыталась себе представить, как твои поступки ощущают другие? В частности, твой муж. Не поняла. А ты подумай. До старта четверок распашки осталось 5 минут. И... Раз. А ну, ребята, ребят, 7 сильных осталось. Пошли. 4. И... Раз. И... 2. 1. 3. 4.
Молодцы! Скорее, ребята, скорее, подтягивай, подтягивай. Молодцы, ребята. Первой финишировала четверка с загребным Веденеевым. А вот это мой предвоенный девятый. А это вот я. Вы? Не верится. Я и сам иногда не верю, что был такой молодой. А мальчишки какие смешные. Жена тогда с больным Антоном эвакуировалась в июне. А школа не успела. Пытались перейти линию фронта. Не получилось. Так и остались в лесу ученики и учитель. Сейчас. Вам нельзя, что вы? Ничего, ничего. Вот так они и тикали в землянке в 3 года. Время-то какое отсчитывали. А из этих смешных мальчишек немногие уцелели. А я вот старый. Почему-то живу. Вы живете. Верочка, вы же знаете, завтра операционный день. Уже скоро 12. Антон Андреевич, меня завтра к себе главный вызывает. Главный зачем? По жалобе. С инфильтратом, помните? А, ну, помню, да. Девчонки говорят, он меня вообще может в регистратуру перевести. Ну уж, в регистратуру. Вы же знаете, как он относится к жалобам больных. Ничего, отобьемся. Спать. Спать, папа. Спокойной ночи. Спасибо. Вот. Трудно тебе. Сейчас ничего, раньше хуже было. Да, жизнь-то она полосатая. Главное, чтобы всегда была надежда на лучшее. Вера, надежда, любовь. Что случилось, Андрей Афанасьевич? Дед в порядке. Если с кем и случилось, то со мной. Не нужно, Юра. Я просто очень хотел вас видеть. Я с дежурства. А я из Павлова. Кинул вещички и прям сюда. Кстати, можете поздравить, мы выиграли ЦС. Скоро едем в Москву. Поздравляю. А в качестве поощрения позвольте вас сегодня покатать. На лодке. Я не хочу вас обидеть. Но поймите, это все ни к чему. А кто знает, что к чему? Я устала. До свидания. Что вы делаете? Висю. И долго так? Пока не выйдете. Хочешь знать, кто ты?
Ты нарушительница семейного покоя. Не надо, Юр, ты обещал. Да я не про себя. Я про деда. Влюбился старч. Это я в него. Знаешь, как интересно его слушать? А что он тебе рассказывал? Ночь длинная. Ну, а все-таки? Да сидишь вот так, с беспомощным старым человеком. И неожиданно узнаешь, что он воевал вместе со своими учениками. Между боями давал ему уроки и даже ставил отметки. Представляешь? А я об этом не знал. А ты подежурь с ним ночь, много чего узнаешь. Ты знаешь, когда я шел к тебе, боялся. Думал, что не пойдешь. А ты человек. Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Приманкой ласковых речей вам не лишить меня рассудка. Конечно, многих вы милей, но вас любить плохая шутка. Вам не нужна любовь моя. Не слишком заняты вы мною, не нежность. Прихоть вашу я признанием страстным успокою. Пушкин! Заодно это спроси у деда. Броняковского завода. А рядом выше с деревянным механизмом. Такие же с боем подарил мне отец после третьего курса. Когда я пошел просить руки моей будущей супруги и прозвонил своими часами, это сыграло решающую роль. Моя теща была сражена. Тогда жених при часах — это то же, что сегодня при машине. Да. Прошу вас. Спасибо. Да. Как я любил вынимать свои часы при сокурсниках, у постели больных. А я мои носил в сельской школе. И лучшим из лучших давал нажать кнопку. Какое это было для них поощрение? Куда там похвальные грамоты? Я, Андрей Афанасьевич, со своими сокурсниками встречаюсь до сих пор. Каждое 20 сентября. В Ленинграде. Гостиница Гранд Отель. Правда, нас немного осталось. Но когда появляюсь, обязательно кто-то крикнет: Кругловский, сколько на ваших созвонов? А созвоном-то жена продала войну. А вы возьмите эти, возьмите. Они крикнут, а вы выньте часы, нажмите кнопку и прозвоните. Правда? Конечно. И не жалко? Конечно нет. Вы же порадуете друзей. Артур Яныч, все готово. Пожалуйста. Папа, может быть, посидишь с нами? Нет, я лучше полежу. Андрей Афанасьевич, ну... Прошу вас, прошу вас. Вас же ждут. Пожалуйста. Спасибо. Я пас. Коэффициент на возраст. О, вы и возраст. Не льстите, голубушка. Я обыкновенный старичок. Еще кусочек и попрошусь спать. А нам бы поговорить. Тем более, что я дочитал. По-моему... Достойно. Ну, о деталях отдельно. Но, в общем, умная, серьезная работа. Хотите чаю? Спасибо. Не откажусь. Я сейчас. Олечка. По-моему, Сазонов понимает, что ему нужно уехать. Понимает? Должен понять. Во всяком случае, так поступают интеллигентные люди. Вы, Антон Андреевич, правы.
интеллигентные люди поступают именно так. Они говорят то, что думают, честно, открыто, не прикидывая будущие выгоды и потери. И Сазонов по-настоящему интеллигентный человек. А вот и чай. Вы уж простите старика за причуды. Расхотелось. Да и поздно уже. Артур Янович. Спасибо. Вернусь из Москвы, встретимся. В этом садике мой Павлик в круглосуточном. Вон его окошко слева от балкончика. 4 часа его нет. Гуляет. В клинике поговаривает, что Юра ухаживает за Верой. Ты шутишь? Ну, надеюсь, у него это как обычно. Надейся, надейся. Что нам еще остается? Он, кажется, открывает. Погаси свет. Не спите, предки. Где ты ходишь? Сказать бы твоему тренеру, как ты готовишься к всесоюзному первенству. А у меня к тебе тоже вопрос. Ты что, хочешь Веру перевести в регистратуру? Ничего я не хочу. Но существует жалоба больного и решение главного врача. Это несправедливо, она же не виновата. И к тому, что ты обещал что-то сделать. Ну, обещал, но понимаю, что несправедливо. Но возможности мои ограничены. У нее ребенок. Работа в регистратуре – это потеря в зарплате. Но позволь тебе спросить, с какой стати ты на себя берешь роль защитника? А кто ее защитит? Но вопрос окончательно не решен. Успокойся. Я попытаюсь что-нибудь сделать. Ты попытаешься. Ты будешь сидеть в кустах. Я ж тебя знаю. Пошел вон! Уходи сейчас же! Спокойной ночи, малыши. Спите. Он меня знает. Старче, я завтра отчаливаю. Куда это? На Всесоюзную, в Москву. Греби как следует. Не подведи фамилию. За меня не боись. А вот как ты, я в смысле кислорода и всего остального, предкам некогда. И за меня не боись. Все-таки дед спортсмена. Да ползу по стеночке. Не подведи фамилию. Кстати, что-то не припомню, кто это сказал. Тарам-тарарам, тарам. Нет, не вспомнить. Окончается? Вас не лишить меня рассудка. Тарам-тарам. Худая шутка. Иначе немного. Приманкой ласковых речей вам не лишить меня рассудка. Конечно, многих вы не лей, но вас любить плохая шутка. Оно. От кого слышал? От девушки. Вот и женись на ней. Это почему? Тут причин много. Твоя бабушка читала мне эти стихи. Раз. Это Боротынская. И у девушки это и хороший вкус. Убеждает. Два. В-третьих, в нашей семье появится хоть один интеллигентный человек. Но кроме тебя, конечно. О себе я не говорю. Из ложной скромности. Живее, живее, девушка. Будьте любезны. Небось, на танцах не так-то вертишься, а?
Да. Живей, живей, девушка, живей. Она чертка услышала. Пожалуйста. Ой. Иванов Александр Михайлович. Спасибо, девушка. Девушка, карточку, пожалуйста. Веденеев Юрий Антонович. Малышева, 19. Вашей карточки нет. Вы, вероятно, еще не болели. А вы заведите. Запомните. Девушка, мне глазному, пожалуйста, карточку врача. Сегодня в Крылатском продолжались соревнования на первенство страны по академической гребле. Особенно интересен был финальный заезд четверок. Его по праву можно назвать заезд с сюрпризом. На второй воде прошлогодний чемпион страны, известная четверка спортсменов киевского «Динамо». Полкорпуса ей проигрывает вильнюсский «Жальгирис». Студенческий буревестник... Мам, а мам, что такое хахаль? Примерно два корпуса. Пройдено 1000 метров, буревестник наращивает темп, достает «Жальгирис», обходит его... Пашенька, сыночек, а где ты слышал это слово? Бабушка сказала, что у тебя новый хахаль. На самом финишном створе буревестник обходит киевлян и заканчивает дистанцию первым. А вот еще один сюрприз этой гонки. Ребята купают своего загребного Юрия Веденеева. Еще бы, сегодня они впервые стали чемпионами страны. Веденеев на всю страну наша взяла. А вы напрасно радуетесь, папа. Этот выигрыш чреват последствиями. Чреват? Почему? Ну, давайте посмотрим, что ждет его впереди. Сборная Союза, первенство мира. Бесконечные тренировки где-то на юге. Зимой, особенно летом. А вы? Один в пустой квартире? Нет, тут радоваться нечего. Антон, мы должны что-то придумать. Что придумать? Ну, может быть, пристроить отца куда-нибудь. Ведь это же бесчеловечно, оставлять его одного. Я согласен. Я на все согласен. Ну, пока, будь здоров. Ис, привет. Звони. Здрасте, тетя Мань. Здравствуй, Юрочка. Смотрела тебя по телевизору. Какой ты молодец, сынок. Поздравляю. Спасибо, тетя Мань. Спасибо. Нет.
Что с дедом? Да подожди, не поздравляй. Ответь. Что значит ничего страшного? Почему ты молчишь? А, у тебя обход. Хорошо, сейчас позвоню. Там. О, приехал. Ну, поздравляю тебя, видели по телевизору, да. Что, с дедушкой нормально все? Отдыхает? Да. Нет, в пансионате. Он сам захотел. Ну, честное слово, зачем же грубить, Юра? Ну, это специальный пансионат. Ну, естественно, не для молодежи. Ну вот, я так все хорошо устроила, а ты... Ну вот. Расти детей. Деда, дом престарелых. Нет. Я
же говорил, далеко не убегай. Куда это ты меня привез? Сейчас увидишь. Ходите, граф. Спасибо.